Шалом, уважаемые дамы и господа. Царь Соломон в книге Коэлет говорит, когда человек говорит, как было хорошо в прежние времена, говорит он это не от особой мудрости. В Вавилонском Талмуде в трактате Сута написано, с момента, когда был разрушен храм, проклятие усиливается каждый день. Можете себе представить, какой ужас. И вот Талмуд говорит, что значит проклятие усиливается каждый день. Настолько тяжело, что утром ты говоришь, ну когда уже настанет вечер, это написано в Торе, это цитата, а вечером скажешь, ну когда наступит утро. То есть, если мы посмотрим с вами по-простому, когда наступает утро, солнышко, свет, тебе это все не мило, потому что ситуация тебя гнобит. Ты уже говоришь, слушай, когда уже наступит вечер? Вечер по такому каббалистическому объяснению, это смешение света и тьмы. Это очень такое тяжелое время, не ночь, вечер. И когда оно наступает, ты говоришь, Боже мой, Господи, да когда уже наступит утро? Другие мудрецы Талмуда говорят совсем по-другому. Они говорят так. Человек будет говорить, когда наступит утро, которое было, когда ко мне вернется ситуация, которая была. Там, утро, которое было, и согласитесь, каждая ситуация, она кажется тебе уже невыносимой и ужасной, но вдруг у тебя есть еще какая-то еще хуже. Нельзя жить головой, повернутой назад. Когда человек все время смотрит назад, это очень плохо. Он никогда не сможет быть радостным, потому что он всегда находится в унынии, в печали. Я знаком с такими людьми. Как не пытаешься им объяснить. И они всегда, и, кстати, в чем-то они правы, они говорят, ну, раввина, вот, может быть, вы были в моей ситуации, это правда. Нам очень тяжело зайти в ситуацию таких людей, но по-любому сказать им мы можем, что в мире вот так вот идет все. И спасение этого мира – это радость. Написано про ситуацию неспокойную в мире во втором псалме Тейлим. Почему волнуются народы и нации, замышляют тщетно, идут они на Бога, против Бога и против Машеха Его, то есть имеется в виду Всевышний и Его помазанный Машех, который должен прийти. То есть весь мир, он создает ситуацию, что ты перестаешь верить в Бога. Или, во всяком случае, не веришь уже так. Ты перестаешь верить в освобождение в лице короля Машеха. И здесь дает нам книга Таилим прекрасное решение. Сидящий на небесах усмехается Бог. Вот эта ситуация, когда ты приподнимаешься над этим всем. Вот мы говорим утро, вечер. А ты приподнимись над всем. Над временем. Это очень тяжело сделать, я согласен. Но настрой себя. Хотя бы несколько минут в день. Называй это как хочешь. Молитва, медитация, задумчивое положение. Я не знаю. Назови, каждый человек индивидуально должен найти в себе какое-то чувство. В наше время очень много есть возможностей, чтобы просто подняться, засмеяться, улыбнуться. Потом, правда, ты опускаешься в ту же ситуацию, но ты говоришь, есть возможное решение. Есть. Когда ты поднимаешься наверх, тебе Всевышний открывает, как-то не странно, но Всевышний тебе открывает путь. Это называется озарение. Да, иногда мы это озарение причисляем к себе, там, к нашему опыту, какие мы крутые, как мы смогли через все перешагнуть, но это Бог. Это Всевышний. Мы верим, в всяком случае, он вкладывает мысли в головы людей, вот эти идеи. Эти идеи потом воплощаются в жизнь. Главное не поворачиваться всегда назад и не говорить, ну, когда уже вечер. А вечер это еще хуже. Но ты готов взять это хуже, потому что сейчас тебе тоже плохо. И еще дают нам наши мудрецы в Талмуде хорошее решение вопроса. Они говорят так. Порядок. Они приводят разные молитвы, которые должны идти по порядку. И вот я подумал, там, или, например, у вас есть определенный урок Торы, вы должны придерживаться регламента к этому уроку Торы. Я подумал, с этим кроется одна интересная вещь – порядок. Вот этот порядок – это порядок, который установлен сверху, именно в духовных вещах. Духовные вещи нельзя менять.
хуже от этого точно не будет. Это я говорю для тех, кто у них немножко пошатнулась вера. А лучше от этого будет 100%, потому что это нам советуют праведные люди, мужи Израиля, на которых держится мир. С Божьей помощью пусть Всевышний дарует нам время. Время, которое будет называться избавление, спасение, духовное наслаждение. Время. Шалом, шалом.